В чем заключается основа экономической системы Китайской Народной Республики? Согласно статье 6 Конституции Китайской Народной Республики, основа социалистической экономической системы Китайской Народной Республики – это социалистическая общественная собственность на средства производства, то есть общенародная собственность и коллективная собственность трудящихся масс. Социалистическая общественная собственность ликвидирует систему эксплуатации человека человеком, осуществляет принцип «от каждого» по способностям, каждому – по труду. В чем заключается основа экономической системы Китайской Народной Республики? Согласно статье 6 Конституции Китайской Народной Республики, основа социалистической экономической системы Китайской Народной Республики – это социалистическая общественная собственность на средства производства, то есть общенародная собственность и коллективная собственность трудящихся масс. Социалистическая общественная собственность ликвидирует систему эксплуатации человека человеком, осуществляет принцип «от каждого» по способностям, каждому – по труду.